В Ярославле к юбилею области отремонтируют 100 объектов. Примерно половина из них – дворы. Также запланирован капитальный ремонт центральных дорог и Дворца культуры имени Добрынина. Большой ремонт к 80-летию региона ждут и в других районах и городах области. Работа ведется в рамках проекта «Обустроим область к юбилею». Напомню, жители сами выбирали, что нужно отремонтировать. Для этого проводились собрания, где решали, куда направлять бюджетные деньги. Работа велась по 5 направлениям. Это дома культуры, это спортивные площадки, это дороги муниципальные, внутренние, это дворы и благоустройство территории. На 900 миллионов мы открываем уже финансирование областного бюджета для реализации всех этих программ. И по 11 районам и городам можно уже начинать. То есть они готовы по всем 5 программам в полном объеме.